Здравствуйте, меня зовут Александра, и сегодня мы с вами рассматриваем статью 3 Конституции Российской Федерации. В этой статье существует 4 положения, которые мы с вами детально рассмотрим. И, конечно же, все статьи релевантны предыдущим дискуссионным сессиям. Статья 3. Первое. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Что такое суверенитет? Это верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти. Теперь вы понимаете, что означает многонациональный народ. Соответственно, в России живут определенные нации, и уважение других наций является вашей обязанностью, потому что вы гражданин этого государства. Далее в следующих сессиях мы рассмотрим с вами Декларацию прав человека, и вы поймете, как важно уважать другие нации. Вторая статья. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. То есть мы структуру государственной власти с вами рассмотрим в следующих сессиях. Если у вас какая-то есть проблема, то очень важно определить категорию этой проблемы и обратиться в нужный департамент, соответствующий орган власти, в определенные службы. Поэтому вы можете в комментарии с этим видео описать категорию вашей проблемы, и я помогу вам определиться, в какой орган власти вы можете обратиться. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Вы вправе выбрать власть. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. То, что произошло в 90-е годы, захват власти – это нарушение Конституции. И очень важно понимать, что означает захват власти. То есть людьми управляет тот, кто может нарушить закон. И, соответственно, мы уже с вами говорили о фашизме личности. Нарушение законодательства – это фашизм. Почему я начала свои сессии именно с поздравления с Днем Победы? И это очень важно – прекратить фашизм. Это очень важно к уважению русской нации. Надеюсь, что вы теперь понимаете статью 3. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите в комментарии, я обязательно на них отвечу. Надеюсь, что наше общество будет законодательно осведомлено о правах человека.